Итак, друзья, как должен заводиться мотоблок? И вообще поговорим немножко не о мотоблоке в целом, а вообще о технике, как карбюраторной технике. Я с детства владел ежами и, в принципе, знаю много разных техник, как запустить такой двигатель с карбюратором, да? То есть это, помните, дули специально в карбюратор, не в карбюратор, в бак. Кто знает такой способ, прямо дуешь, создаешь давление, чтобы у тебя быстрее камера наполнялась, поблывковая, чтобы все это подсалось, запустилось. Также кто-то закрывает ладошкой воздухан, имитируя тот же самый подсос. Кто-то, когда капает карбюратор, по нему стучишь чем-нибудь металлическим, чтобы поблывковая камера там сработала, и все-таки техника запустилась. Кто-то греет свечки. Кто-то заводит, запускает двигатель с подсосом, кто-то запускает без подсоса, кто-то с открытием газа, кто-то без открытия газа. Короче, куча есть техник, чтобы запустить карбюраторный двигатель, потому что карбюраторная техника – это живая техника, и к ней всегда нужен подход. Вот, допустим, сегодня я запускал снегоуборщик, у него он запускается половинка подсоса и четвертиночка газа, да, то есть, допустим, гидроциклы, они карбюраторные, они запускаются, то есть, вообще без подсоса, один без подсоса, другой надо половину подсоса. А как же у нас запускается мотоблок? Все время, когда, ну, много техник, забываешь, я же, помните, говорил, что на бумажечку наклеивать, как заводится этот живой двигатель, почему живой, я уже объяснил. А вот на наклеить бумажечку и вперед, и всегда он всегда запустится, никогда не зальет свечку и будет радовать и получать удовольствие именно от заводки. И как же должна заводиться Yamaha? Давайте порассуждаем. Как минимум надо подсосать, как минимум надо открыть крантик. Открываем крантик, он у нас располагается здесь. Открываем крантик. Важно еще, вот, кстати, здесь неудобно тем, что не написано, как его открывать. А я вот техникой пользуюсь очень редко и не знаю, как его открывать. Ну, допустим, ну вот так вот, да, среднее положение поставлю. Итак, здесь есть у него тумблерочек, он в выключенном положении. Теперь ищем, где подсос. А что такое подсос? Подсос — это на конце карбюратора перед воздуханом, грубо говоря, заслонка, которая его закрывает. Раньше на ежах, допустим, подсос все время был, заклинишь и закрываешь воздухан ладошкой и запускаешь его, и он запускался. Так, открываем подсос. Где же у него подсос-то? Ага. Так, открываю. Вот все время забываешь, вот шутки, все время забываешь. Здесь вот беленькая такая штучка. Открываем полностью подсос. И делаем газ, у нас в данный момент сейчас полностью выключен. И делаем несколько раз. Все открыто. Подсос у нас сделал, и делаем несколько раз. Перед этим, если вы не пользовались техникой, обязательно проверить уровень масла. И запускаем. Раз, два. Кстати, почему-то я вот сейчас обратил внимание, ремень коробки крутится. А вот так не должно быть. Не должно быть, хотя у меня все на нейтрале. Если ремень коробки крутится, то ему будет тяжелее запуститься. Ладно, два, три. И момент истины. Вот либо запустится, либо нет. Опа! Нет, вы видели? Нет, вы видели? Он летом. Вот теперь убираем подсос обязательно. Все, подсос. О, подсос убрал, заглох. Так, еще раз. Рано убрал подсос. Кстати, некоторая техника. Как только ты ее запустил, допустим, снегоуборщик, подсос убираешь, все, он ровно работает. А вот ему недостаточно. Надо было, чтобы он немножко поработал. Сейчас еще раз. Раз, два, три. Так, и подсос оставляем и запускаем. Чуть-чуть газ открываем. Все. Вот теперь. Да что ты, блин? Так, еще раз. Опять точно так же. Вот капризная техника. Ну, потому что это карбюратор, друзья. Потому что это карбюратор. Пусть чуть-чуть поработает на подсосе.
Резко газ нельзя давать, а то закидает. Вот, прямо чувствуешь, когда подсос начинает убирать. И вот я сейчас играю подсосом, чтобы он не заглох. Вот своеобразный двигатель, блин, опять. Не, все открыто, такое чувство, что как будто ему бензина не хватает. Сейчас. Так, два, и поехали. Что ж ты, зараза, так делаешь-то? Еще раз. А что ты, блин? Что за, блин? Ну, слушай, Даша, мне ишь так не вел себя. А, так. Так, еще раз. Ладно, выключай камеру сейчас. Немножко отдохнул. Поехали снова. Что ж ты будешь делать?